Чебоксарах прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти первого олимпийца Чувашии, заслуженного мастера спорта СССР Арделеона Игнатьева. За медали турнира боролись более 100 спортсменов из Чувашии и других регионов страны. Генеральная репетиция перед главным стартом года. Ведущие легкоатлеты страны собрались в Чебоксарах, чтобы еще раз проверить свои силы и познакомиться с площадкой. Именно на Олимпийском пройдет 100-й чемпионат России. Условия в эти дни были почти боевые. Дождь и сильный ветер не дали продемонстрировать максимальные результаты. Москвич Артем Арсланов победил в беге на дистанцию 400 метров со временем 47,12 секунды. Его рекорд 46,78 секунды. Первый раз на этих соревнованиях. В Чебоксарах уже давно не было стартов. И вот наконец-то дождались. Бег на 100, 400, 800 метров, метание диска, прыжки в высоту и длину. Спортсмены из Чуваши завоевали 8 медалей разного достоинства. Сергей Морозов взял золото в прыжках в высоту. Он покорил планку в 2 метра 10 сантиметров. Всегда уверен в своих силах и постараюсь сделать так, чтобы это было видно. Мы с тренером настроены попасть, отобраться в основные соревнования чемпионата России по легкой атлетике. Получится ли это сделать у чувашских спортсменов, узнаем на следующей неделе. Юбилейный чемпионат России по легкой атлетике стартует 24 июля.